Подпишись на Китунс, и пусть начнется бесконечное веселье. Представляете, моя хозяйка купила выпрямитель волос. Я его опробую. Как его выключить? К счастью, села батарейка. Гвен, ты просто лучшая. Ты помнишь? Завтра наша первая встреча, поэтому мы все должны быть на высоте. Меня так переполняют эмоции, что я даже не могу выразить, как я буду рада вас всех наконец увидеть. Привет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. Немного добавим вот этого. Великолепная слизь. Нет, 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 нет. И что теперь делать? Беда. Снова опоздала. Доброе утро, дядя. Я пришла. Привет, дядя Фабио! Прости, я поскользнулась и... Не беспокойся. Главное то, что ты пришла помочь мне. Ты моя любимая племянница. И единственная. Правда? Ну все, прыгаю. Отличный прыжок. Я первая. Эй! А? Привет, Тейлор. Я Гвен. Классная прическа. О, спасибо. Ты очень любезна, Гвен. Девочки, я уже почти на месте, только не могу найти Wi-Fi. Может, мы теперь тебя будем звать не Леди Джиджи, а Леди Wi-Fi? Эй! Привет, красотки! У моей хозяйки подгорели капкейки, но думаю, они вполне съедобны. Спасибо! Они очень вкусные. О, я рада! Ну, наконец-то! Я так долго ждала этой встречи! Добавляем перепелиное яйцо. Моющее средство для посуды. Два кусочка колбасы. Если верить рецепту, этот шампунь домашнего приготовления все отмывает. Катастрофа! Я как раз тебе звонила. Ух ты! О! О! Вот это укладка! А какие цвета? Кто у нее парикмахер? Я хочу к нему! Она вышла вон оттуда! Что? Наверное, есть еще один вход. Идем! Но здесь ничего нет, только посуда. И всякие старомодные вещицы. Здесь не на что смотреть. Тейлор, ты в порядке? Потрясающе! Вы должны это увидеть! Джулия! Тейлор! Алексия, Леди Джиджи, Гвен. Эй! Привет! Прикольная бейсболка. Привет, да, но твоя прическа мне нравится больше. Это не я ее делала, это... Это секрет. В общем, это постарался один наш друг. Какой друг? Он просто чудо! Такого со мной еще никогда не видела было. Видела бы ты, как виртуозно наш друг обращается с расческой. В этом ему нет равных. Ты посмотри на нас. На вас? Да, мы все подруги. Сейчас я всех представлю. Это Тейлор, Джульет, Алексия, Леди Джиджи. Ну и я, конечно, я Гвен. Привет, я Нила. Что случилось? У меня с волосами вышла неприятность. Это ерунда. Мои волосы сегодня чуть не съел выпрямитель волос. Ты так симпатичная, тебе даже не нужен стилист. Ладно,
Сними бейсболку. Нет! Это же катастрофа! Что мне теперь делать? Тебе нечего стесняться. Ты восхитительная собачонка. И не важно, как ты выглядишь. Но устранить это можно только одним способом. А это безопасно? Да, конечно, не волнуйся. Что-то я сомневаюсь. Да. Потрясающе! Вот это да! Здесь есть все! Парикмахерские кресла, оборудование для мойки, зона ожидания. И вот этот заблескиватель. Привет, я Фабия, а ты быстро вернулась, Гвен. У нас возникла проблема. А? Тогда я лучше позову дядю. Фабио! Так, так. Посмотрим, что у нас тут. У меня к волосам, в общем... Можешь ничего не говорить. К волосам может прилипнуть все, что угодно. Соус карри, жвачка, миндаль в шоколаде. Однажды нам даже принесли двух слипшихся собачек. И от нас они ушли по отдельности. Сейчас вымоем волосы, и ты все увидишь. Не волнуйся, Фабио у нас гений. Френд стайл. Эй, посмотрите, что Фабио сотворил с нашей новой подругой. Мила, ты просто неотразима. Добро пожаловать в группу. А ну, дерзни. И прическу смени. Мы команда VIP-Pen. I love VIP-Pen. Доброе утро, Земля. Пора вспомнить про йогу и растянуть лапки. Намасте. О! Как я пойду на занятия йогой с такой прической? Взгляни на мои волосы. Причеши меня. О, привет, моя прекрасная Нила. Она даже не обратила внимания. О, Нила, мне сейчас не до игр. Я должна идти. Вот, поешь. До встречи. Привет, Нила. Как твои дела? Я вся взъерошена. Вижу, как будто бы у тебя на голове свили гнездо. Моя хозяйка не причесывает меня. А ты будь настойчивее. Настойчивее? Да, продолжай настаивать. Наконец-то я дома. Спокойной ночи, Нила. Я пошла спать. Да уж, и как я завтра с такой прической буду вести занятия йогой? Подруги, у меня настоящая беда. Мы это видим, Нила. Завтра мы все уладим. Я отправлю тебе список расслабляющих мелодий. Спасибо. Встретимся завтра утром на набережной. Привет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. VIP-Pen, мои друзья. Если мы вместе, будет мир чудес. Зовем мечта, прически, красота. Спутанные волосы. Какой-то кошмар. Дядя попросил меня найти фен, но как его можно отыскать в таком беспорядке? Теперь понятно, почему он сам его не нашел. Ну и бардак! Привет, девочки! Как у вас дела? Я никак не могу найти красный фен, о котором ты меня просил. Не волнуйся, он был очень старый. Ему уже было 2 года. Я прямо сейчас куплю новый. А это все ты можешь выбросить пока. Выбросить? Поможешь мне найти его, Киара? Киара? Ладно, начнем с этого провода. Бро,
брось, все это пустяки. Конечно, раз, два и будет готово. Ладно, ладно, только не смейтесь. Прекратите, все будут смотреть на меня. Слушай, Нила, что это с тобой? Можно потрогать? Потрогать? Ты что, спятила? О, нет, нет, нет! Ну хватит уже! Я думала, вы пришли помочь мне, а не насмехаться надо мной. Прости, Нила, но то, что у тебя сейчас на голове, это... Спутанный клубок! Если не хотите мне помочь, то я пошла. Постой, погоди! Не переживай, тебе поможет натуральный кондиционер на основе авокадо. А ты уверена в этом? На 100%. Он не только распутает волосы, они еще и будут блестеть, как у повзвезды. А? Она говорит, что он не только распутает волосы, но они еще и будут блестеть, как у поп-звезды. Готово. Теперь нужно подождать полчасика. Нет. Поблагодаришь нет, нет, меня нет. позже. Я больше не могу терпеть! Он не помогает! Уберите его с моей головы! Какой же он отвратительный! Я прилипла! Прилипла! Я испугалась! Как думаете, станет лучше, если я побрею голову? Должен быть другой выход. Придумала! Ничто не устоит перед моими грабельками! Полегче! Нежнее! Нежнее! Ай! Ай! Здесь главное не терять концентрацию, то есть не отвлекаться и сохранять спокойствие. Я уже почти закончила. Ну, наконец-то! Мой новый фен! Я его так ждал! Мощнее, чем реактивный самолет! Нет, это уже перебор! Готово! О, куда же подевался мой красный фен? Мне не нужно было бы покупать новый. Опять все распутывать. Смотри, Нила! Мы скопировали твой образ. А, мы забыли про авокадо. И лимон. Скорее, нас не должны увидеть без лимона и авокадо. Девочки, вы замечательные поклонницы, но не копируйте мою прическу. Это все из-за дурацкого кондиционера. Мы думали, ты специально так сделала. Ты классно выглядишь. На ней все хорошо смотрится, но Нила права. О, Луна! Нам пора, наши хозяева собирались причесать нас. Все, я решила. Прощай, роскошная грива. После стольких лет настал этот момент. А может, все-таки дождешься, когда подействует кондиционер? Нет, Джулиет, не волнуйся. Уверена, в Лайсити не станут возражать против лысого преподавателя йоги. Постой, Нила, давай сходим к Фабио. Он сказал, что у него есть новый шампунь для распутывания волос. Идем, Нила, поднимешь себе настроение. Что у тебя с волосами? Что случилось, Нила? Так, нужно срочно их распутать. А ты что делаешь? Я распутываю провода. Поможете мне? Ну, конечно. Я придам тебе облик медитирующего преподавателя йоги, но вначале воспользуемся натуральным средством для распутывания слипшихся волос. Это новинка в индустрии красоты. Йога-стайл! Готово! Все узлы распутаны! Мила, ты потрясающе выглядишь! Я хочу перед вами извиниться за то, что не сдержалась тогда. Я знаю, вы хотели мне помочь. Ну а раз эта прическа в стиле йога, то я проведу с вами занятие, чтобы мы могли расслабиться. Замечательная идея! Да! Что такое жизнь? Иллюзия, тень, вымысел и величайший подвиг – это ничто. Вся жизнь – это мечта, мечты. А мечты – это грезы. У тебя хорошо получается. Я обожаю театр. Эй, смотри,
Проводится кастинг на роль кошки. Это же мой шанс! Ну, сыграть кошку не так просто, но думаю, ты справишься. Да, я выложусь на все 100. Мяу! Как обычно ведут себя кошки. Они подкрадываются, двигаются грациозно. Они очень терпеливы и особенно... Мои собачьи эмоции выдали меня! Нужно научиться контролировать себя, если я хочу получить роль кошки. Я должна буду сосредоточиться. О! Мяу! Мяу! Надо еще порепетировать. Который час? Что это за запах? Привет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. Что это за запах? Был очень вкусно, но какой-то странный запах. Может, они заменили соус? Нет, сегодня весь день плохо пахнет. Вы этого не замечаете, но у нас, у кошек, очень тонкое обоняние. Да-да, конечно. Из-за этого запаха я не могу вжиться в свою роль. Привет, дядя! Фу, какой странный запах! Трубы забились. Никак не могу их прочистить. Я уши вантусом и так и сяк, но не помогает. Но, дядя, в салоне стоит такой запах, что никто не захочет зайти сюда. Не волнуйся, Фабия, я мигом все устраню. Как же пахнет! Нужно определить, откуда идет этот ужасный запах. Но как? Предоставьте это мне. Мои кошачьи навыки помогут мне решить эту задачку. А? Я учуяла гамбургер. Ой, эти люди такие грязнули. Они что, разве не видят урны? Запах наверняка исходит от гамбургера. Он не испортился. Он очень вкусный. Что? Я проголодалась. Эй, у тебя на заколке... Я кое-что учуяла. За мной! Я уже устала от этой беготни. Запах идет отсюда. Нет, девочки, его уже здесь нет. Киара, это от тебя. Что? Это птичий помет. Так вот, что попадает мне в нос. В смысле? Мяу! Мяу! С меня хватит. И так уже целый день. Но вместе мы сильнее. Что это, дядя? Наверное, волосы, которые я выбрасываю каждый раз. Что? Ты бросаешь туда волосы? Но, дядя, не бросай в слив волосы. Ты же так расходуешь много воды. Посмотри, что ты наделал. Но проблема ведь уже решена. О, трагическая судьба. Мяу. Сыграла со мной. Мяу. Злую шутку. Киара, хватит изображать грустную кошку. Подыши, вдохни, выдохни. У меня есть идея. Моя кошачья карьера закончена. Я брошена на произвол судьбы без всякой... Плохой запах исчез. Я не могу отправиться на кастинг в таком виде. А что, если мы сходим к Фабио? Да! Фу, здесь тоже плохо пахнет. Привет, Киара. У нас забились трубы. Киара, что у тебя с волосами? Я ведь только их уложил. Ох, Фабио, у меня кастинг на роль кошки в одном важном кино, но птичка накакала мне на волосы. Тогда VIP-Pets решили мне помочь, и вот теперь я вся мокрая. А, я понял. Тут нужна специальная прическа. Уверен, ты пройдешь кастинг, и тебя утвердят на роль.
Ты отлично изображаешь кошку. И ободок с кошачьими ушками. Fashion Cat Style! Большое спасибо! Не за что, Киара! И пару капелек кошачьих духов, чтобы ты еще больше вжилась в роль. Супер мяу! А теперь на кастинг! Они такие клевые! А? Только не это! В ведро, дядя! Надеюсь, выберут меня. Ведь благодаря вам я хорошо подготовилась. Ты сможешь, Киара! Ты лучшая! Да, выше нос! Следующая собака на роль кошки – Киара. Ты должна схватить птицу. Прости, друг, тебе больно? Отлично, Киара! Роль достается тебе! Да, ты добилась своего! Спасибо, подруги!